Да, я все, я ухожу. Я тут не был. Нуля я весь план обрушил. Ну а как ты думала? Сколько там материи, жесть. Надо ко мне приближаться. Налетели тут. Так, подожди. Да тихо ты, ну. О, нифига себе. Стой. Да стой ты, ну. Ты взять. Ты взять вкусняшку. Ну дай, ну пожалуйста. Принцесска моя. Кто бы говорил. Я слишком стар для тебя, Агусь. Гнездо опять. Да сколько же можно вас? Ну? Телевизирую еще. Давай еще раз. Чпойк. И хорошо. Чпандурик. И еще одну. Ой, шикарно. Раз. Два. Так. Спасибо за подписку. Спасибо большое за подписку. Так. Починим сейчас. Отлично. Сейчас как тряханет током. Вообще будет ужас. Тотальный вакейшн. Это мне не мешает называть себя принцесской. Знаешь, я, пожалуй, промолчу. Не понял. Вот этого я сейчас вообще не понял. Что было, погоди. Морган, спокойно. Импульс сильно ударил по костюму. Его источник — подстанция, которая находится дальше. Талос окружает магнитосфера, которая не дает солнцу вас поджарить. Надеюсь, генератор еще цел. Ради вашего блага. Я-то буду в порядке. Галактику много лет. Галактик уже взрослый. Изучаю. Ваш костюм поврежден. Позвольте мне его починить. Ремонт завершен. Отлично. Подожди, нет пропуска. Это и записка. Так, обратитесь к Андерсону. К Андерсу Клайну в пункте управления магнитосферой. Опять, блин, бегать по 200 раз, да? Туда-сюда. И где это? Слушайте. Бля, что нашел? Стой. Бля, хочу себе такое же вот кресло. Блин, такое охеренное. Мягенькое, большое. Ну, а много это сколько? Ну, скажем так, за 18. 18 точно есть, поэтому нельзя кусь. Так, подожди. Куда мне надо? Следовательский уровень. Но я туда не смогу попасть. А, вот он мне куда. Здорово. Здорово. Чё, как вот тут? Нормальная гравитация. О. Тише, если не свернул, блин. Так. Давай дробовик пока возьмем. На всякий случай. Так.
хрена себе. Тихо ты там. Так, разводный ключ. Подожди. Казалось? Внимание! Приближается плазменный фронт. И чё мне... Что мне вообще... Типа, чё? Внимание! Плазменный найдите фронт, укрытие. И чё? Удар... Лэнгли! Что там стряслось? Он умер! О! Что? Кто умер? Андерс! Я пыталась вызвать охрану! Пыталась! Вызвать санитарную команду! Лэнгли, я же сказала! Он мертв! Ясно. Лорел, дыши глубже. Расскажи, что не произошло. Понял, ладно, я в норме, прости. Андерс пошел в магнитный отсек, чтобы испытать одну из дефектных катушек. Не знаю, что именно там случилось, но был скачок напряжения. Здорово. Его поджарило прямо в костюме. Боже, мне жаль, Лорел. Ты можешь подняться в дендрарий? Нет, пропуск был у Андерса. Так. Ясно. Окей. Слушай, стой там, не входи в то помещение. Так, когда спать, я найду шефа и Лазар, и мы ну, пришлем к тебе охранников. Время. Минут. Внимание, найдите укрытие. Через 40, я думаю, закончу стрим, и часик через 2 спать пойду. 5, 4, 3, 2, 1. Ну да, желательно. Так, ошибка. Третий уровень взлома. Во. Так, что у нас тут такое? У нас же совпадает время. Но у меня московское, я не знаю, как у тебя. Внимание! Приближается плазменный фронт. Угу. Генератор щитов. Внимание! Найдите укрытие. Удар плазменного фронта через 5, 4, 3. Сныкаюсь в толчке, 2, да? Я же нормальный 1. Человек. Все. Чую, что нет. Три ночи спать. Ты же не серьезно? Серьезно, Кусь. Я серьезно, как никогда. Внимание! Приближается плазменный фронт. Я же говорю, я человек уже старый. Мне, в принципе, можно это делать. Понимаешь? Внимание! Найдите укрытие. Удар плазменного фронта через... 5, 4, 3, 2, 1. Нихера себе от этих. Смотри. 1, 2, 3. А теперь берем такой. Привет. Я уже думал, они хотят сказать, что они еще и не умерли после такого. Ну да. Привет. Внимание! Приближается плазменный фронт. Гляди. Внимание! Найдите укрытие. Сейчас, удар плазменного фронта через 5. Пойду 4, я. Давай, Кусь, спокойной ночи. 2, 1. Пониженная гравитация.
Только я не совсем понимаю, что мне тут нужно сделать. Внимание! Приближается плазменный фронт. Я умру тут. Понятно. Значит, у меня не так много времени. Можно тебе кусь сделать. Сделай. Внимание! Приближается плазменный фронт. Так. Доктор Ю. Внимание! Найдите укрытие. Удар плазменного фронта через... 5, 4, 3, 2, 1. Раз, два, три. Стяжечка. Ни хрена я там... рвануло. Нормально. Мощно. Спокойно очкусь. Так. Внимание! Приближается плазменный фронт. Давай сейчас посмотрим. Наверх сейчас летаем. Внимание! Найдите укрытие. Удар плазменного фронта через... 5, 4, 3, 2, 1. Пониженная гравитация. Я говорю, я просто понять не могу, типа... Чё? Нормальная гравитация. Не понял. Пониженная гравитация. Подожди, что мне тут нужно сделать? Сейчас опять будет. Нормальная гравитация. Внимание! Приближается плазменный фронт. Здрасте. Внимание! Найдите укрытие. Удар плазменного фронта через... 5, 4, 3, 2, 1. Все. Пониженная гравитация. Я сейчас, знаешь, что я сделаю? Вот к этому трупику слетаю. Может, у него что? Пропуск. Пропуск. Так, подожди. Вот она. Отлично, отлично, отлично. Нормальная гравитация. Так, теперь надо понять, что за пропуск. Внимание, приближается плазменный фронт. Компот этого. Внимание, найдите укрытие. Удар плазменного фронта через... 5, 4, 3, 2. Одна. Разрушенная схема нашла новая инструкция. Сканирование завершено. Разрушенная схема нашла новая инструкция. Разрушенная схема. Нахрен пошел. Говорю, мне вот сейчас очень сильно не хватает батареи. Серьезно. Я прям не знаю, как вот этого ошеломителя не хватает против этих роботов. Сканирую. Сканирование показывает, что ваши умственные способности. Это должно помочь. Это поможет вам сосредоточиться. Экипаж, так. Внимание! Найдите укрытие. Удар плазменного фронта через... 5, 4, 3, 2,
Одна. Угу. А, вон там я еще, кстати, не был. Можно туда попасть? Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Жаден, да? Понятно все. Пониженная гравитация. Чш, подожди, неизвестный. Где? Где неизвестный? Передвигаюсь. Что за звук? Не он. А, смотри, смотри, смотри. Дайте дорогу. Это не так хрень, которую я атаковал в тот раз. Сканирование завершено. Технопад. Это, по-моему, вот он и есть, да, который я в тот раз, помните, убивал? Потому что ж очень похож на него. Так. О! О! Пропуск сработал. Дендрарий. Что происходит? Не позволяй так поступать с собой. Ни хрена себе, видал, да? И типа как нити памяти или чё? О, музычка охеренная. Жизненный цикл тифонов, похоже, направлен на создание этой субстанции. Первые исследователи назвали ее кораллом. Красивый. Но мы не знаем, для чего он предназначен. Он до сих пор не выходил за пределы камеры содержания. Тихо. Не там радиация. Блин, обидно. Есть, конечно, антирадин. Но он всего один. Боевик. Я понял. Ты кто такой? А, на этот кач. Но он же типа безобидный, нет, разве? Подожди, не то. А, у меня-то и нету. М-заряд. Ну-ка. Ясно, я понял. Я, знаешь, что думаю, надо возвращаться. Потому что у меня ни патронов, ничего вообще нету. Серьезно. Прям, ну никак. Поэтому надо возвращаться. Чем быстрее я вернусь, тем лучше. Приближается оператор. Так, ну-ка. Инженер мне только броню сможет восстановить. В вашем костюме течь. Я установлю заплатку. Работа выполнена. Спасибо.
Ну я говорю, мне прям вот серьезно, мне прям пипец как хватает патронов. Я думаю, может... Подожди, чё? Чё такое? Катушка для подавления излучения. Хрена себе. Думаю, короче, может сейчас можно добавить, пройти побочные задания, вот, а в следующей серии тогда уже, в следующий раз, завтра получается, да, у нас на стриме, взять и пойти по основной, опять же. Нормальная гравитация. Ух, ни хрена я тут хлам набрал. Так, прям заряд. Это есть. Чини спиральки. Нормально. Раз, два. Подожди. Вот так. Ага. Приманка. Так, ну все. В принципе. Так, цивилизация. Материалов. Так, ладно, поехали обратно. Да. У нас там получается в первом в холле Талоса один было задание, да, там 2-3 штуки. Вот. А завтра тогда уж по этим, по основному пойдем. Конечно, не обнаружен, я же на телефон. Так. Так, нет, не сюда. Или подожди, не сюда. Нет, по-моему, не сюда. Я уж сам не помню даже, куда идти. О! Слушать. Ты чё, братан? Смылся. Опа. Видал? 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 Смотри, смотри, смотри. Куда ты? Куда ты идёшь, дурак? Сканирование завершено. Минус. Блин, иди, 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 иди. Точно, я забыл. Забыл, забыл, совсем забыл. Блин, неплохо. Ну. Ой. Че я могу еще сказать? Типа нехрен было вылезать. А, во. Вот куда мне нужно. Давай сейчас сразу же тут патрон создаем. Да и все. Че, буду по 1000 раз бегать, да? Так. А сколько у меня? 19 патронов. Так, давай. Наличие 6. Блин, еще бы одну. Давай. Сейчас вот это создам. Так, еще одно железо нужно. Железо, металл. Металл. Где у меня может быть металл? Металл, тут две штуки. Вот это сейчас положим.
2,50. Так, 1. 1,5. Причем 1,5. Вот, 2. Нормально. Вот это еще, значит, сейчас закинем. И все. И тут у меня патроны. Так. Давай. Стоп, подожди. Дробовик хватит пока. Давай для пистолета сделаем. Я с пистолетом больше бегаю. Все, да, не хватает. Угу. 3. Ну и все. Кажется, нет. Тут я уже был, мне туда уже не надо. Неправильно. Блин, а куда? Что-то я забыл уже. Побежали через женский. Здравствуйте. И давай вот это. Сканирую. Сканирование показывает, что ваш психоактивный потенциал близок к максимуму. Угу. Хорошо, ты у нас персонаж псиэнергию. Я тебя понял. А можно мне сюда зайти, пожалуйста? Какой нужен? Второй взлом? Так у меня есть второй взлом. Ой, господи. Угу, я понял. Жизни. Я понял. Погнали еще раз. Да давай пропихивайся туда. Свидание. Ну, вроде мимиков нет. Так. Здравствуйте. Это вы, конечно, хорошо для меня оставили. Наборы, патроны, почта. Экипаж, функция управления дверью. Подожди, то есть тут... Секунду. Я понял. Хорошо. Карта сектора. Давай. Так. Станция зеркала. Видал, да? Так. Две турельки. Знаешь, чем? А пошли-ка. Я сейчас прям поставлю сюда вот и все. И хорошо.
Работай. Талс один, да. Фул Талс один, это нам нужно. Это хорошо. Давай загружись. Пойдем посмотрим сейчас парочку заданий. Хотя, в принципе, думаю, мы не успеем, наверное, сейчас два задания выполнить. Все же скоро заканчивать надо будет, минут через 10. Так. Опять сейчас повылезали, да? Показалось. Так. Ролька. Вроде тоже все чисто. Высший мимик труп. Че? Гидрокотекса. Так. Чемодан. Здравствуйте. Рад вас видеть. Здравствуйте. Рад снова видеть вас, доктор Ю. Привет. Кстати, сейчас вот этого давай просканируем. Сканирование завершено. Нужно больше образцов. Блин, обидно. Здравствуйте. У вас назначен сеанс. Добро пожаловать. Чем я могу помочь? Исследование завершено. Я понять не могу, почему я вот сюда попасть не могу. Пропуск какой-то нужен или что? Странно. Добровольцев 64-22. Ну-ка,
Подожди. 64-22. А, то есть тут код не ведешь, да? Здравствуйте, у вас назначен сеанс. Хорошо. А тут? И тут тоже не ведешь. Значит, не отсюда. Так, тут уже вряд ли что-то будет. Давай в следующий зайдем. Угу. Ничего интересного. Добрый день, Талос. Безопасность Талоса – наше общее дело. Заявки и предложения направляйте на адрес security@transstar.talos. Нет, это не то. Видишь, тут пропуск какой-то надо найти. Это не код, скорее всего, это именно пропуск. Я понять не могу, где этот пропуск взять. Чем я могу помочь? Ой. Блин, а? Рад снова видеть вас, доктор. Хакер третий. Вот же гадство. Так, что мы по заданиям тут? Давай сейчас посмотрим. Сколько у меня 4 нейромода. Значит, а попозже. Кто-то декабрь. Встретиться с декабрем в фойе. Обыскать сейф в кабинете Алекса Дендрарий. Ага. В компьютере Лейта Кэмпбелла было письмо, в котором упоминалось. Оборудование для Black Box, потерянное с Агити. Искать трубами. Смотреть капсулу доктора. Это где? Жилая секция. Через Дендрарий. Мостик Талоса 1. Аппаратная лаборатория. Получается, короче, мне сейчас все квесты нужно проходить через Сагиту. В Дендрарий, и из Дендрария уже отправляться куда мне надо. Угу. Больше никак, да? Давай тогда, наверное, на этом сегодня закончим. Вот. Всем спасибо, кто будет смотреть эту серию, кто смотрел. Вот. С вами был Нелапси. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вот. Всем до новых встреч. Пока-пока.